Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. Основная тема совещания – начало месячника чистоты и благоустройства. Тему продолжит наш корреспондент. В течение апреля коммунальщики проведут опиловку деревьев и кустарников, отремонтируют лавочки и газонные ограждения, обновят песок в песочницах, отреставрируют малые архитектурные формы и резиновые покрытия на детских площадках. До конца месяца приведут в порядок автомобильные дороги, парки культуры и отдыха, скверы, памятники, общественные зоны и дворовые территории. В рамках месячника нам предстоит привести в порядок 4127 объектов, из которых 992 дороги, 173 общественных пространства, включая 8 парковых территорий и 165 скверов, памятника общественных зон, 764 дворовые территории и 2198 многоквартирных домов. К работам уже приступили более 1200 дворников и дорожных рабочих. Во дворах убирают мусор, упавшие ветки и прошлогоднюю листву. Очищают газоны, приводят в порядок остановки общественного транспорта, дорожные знаки ограждения, опоры, линии электропередач. В течение месяца в округе проведут 4 субботника. Первый состоится уже на этой неделе. 6 апреля адреса, по которым будут проводиться субботники. Это поселок Октябрьский, аллея Сосновый Бор, начало в 10 утра. Поселок Октябрьский, памятник воинам, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Поселок Томилино, улица Гоголя, дом 45-54. Краскова, улица Колхозная, от магазина «Магнит» до улицы Школьная. Сквер у станции Панки. Сквер у станции Люберца на Волковской улице. Поселок Малаховка, улица Рельсовая. Везде будут расположены пункты выдачи инвентаря. Самую масштабную уборку округа проведут 20 апреля. Также на совещании обсудили содержание улично-дорожной сети, уборку смета вдоль дорог, ямочный ремонт, транспортное обслуживание населения, работу управляющих компаний. Кроме того, участников совещания проинформировали об оперативной обстановке в округе и очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.